Оператор? Слышь? А. Ты снимаешь? Смотрю, как люди работают. Так я сейчас помогать буду, смотри. Мы ехали, я где-то Диме заехал. Чего ты смеешься? Сейчас, как это, дикая обрезка. Дикое обрезание сейчас по Одессе идет. Как обезьяна залез на это дерево. И давай, гасить, гасить, гасить. Кто? Что, я? Ты. Ты посмотри, как Дима топорик сделал. Красиво. Майя Ивановна, вы помните? Вот что было и что стало. Слушай, и для мяса, и для дров. Так я с мужиками могу теперь подколымить она по Одессе. Она сказала. Дядь Дима красавчик, что? Что? Ее топорик? Хороший топорик. Друзья, всем привет. С вами Ескри Бан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Что? Весна прямо на носу. Смотри, как активно происходит. Это липы, Катюша. Их как подстригут, они как зонтики будут. Короче, в другой раз помогу. А? Погнали быстренько на базар. На киевский. Что-то купим. Завтра у нас барбекю-пати. Или как это? Барбекю-вечеринка? Что? Ты же сказал, только крылья 18+. Ну, крылья пожарим. Нет, сейчас наберем куриных крыльев. И на вот том R2D2. Ладно, говорить долго не буду. Погнали, узнаем, почем в Одессе крылья. Возьмем с собой его? Зачем? Там в машине жарко ему оставаться. Нет, не возьмем. Чего? Ну, он будет подбирать все. Надо намордник сначала. Не возьмем. Сейчас в машине жарко. Люк, идем. Такое впечатление, что он не на базар собрался, а на прогулку. Ты его на руках будешь носить? На поводке. Я могу его и в авоську засунуть. Вот и засунь в авоську. Опача. Все, погнали. Иди рядышком. Нормально? Догоняй. Люк, погнали на базар. А то смотри, значит, с ней мне ходить можно, а с тобой я в опасности. Ай-яй-яй. Давай, иди рядышком. Он же должен что делать? Социализироваться? А? Социализироваться. Вот, а что я не то сказал? Социализироваться. Идем, вон. И людей должен знать. Идем. Иди рядышком, иди. Серёжа, Катюша, а куда... это уже есть. Что? А куда ты идешь? Смотри, не меня крылья нужны. С собакой ты снимаешь. Мы сегодня на базаре снимаем продукты. Серёж, здорово. О, здоровенькие были. Здрасте. Вот людей снимаю, елки-палки, да. Собачка. Она вцепилась со мной и ходит, короче, вот это вот. Думаю, и собака. Ну что-то сейчас на охоте здесь, да? Да. Мы за курицей вообще-то так что... Взять, как это? Надо было взять ему что-то понюхать, курочку домашнюю. А тебе сказать, ищи, идем, пошли. Да? Да. Погнали. Слышь, интересно, за голубями гоняется? Люк, иди рядышком, не мешай оператору работать. Вот это нормально уже в люди вывел. Как он там? Ассоциализируется? Сережа, социум, социализация. Вот. Социализируется. Короче, он должен людей знать, люди, как это, на него должны не гавкать, в конце концов. Правильно? Мы на базаре, на киевском, нам надо немного, там что-то пару скумбриек возьмем, хотим барбекю-вечеринку устроить. 18+, жарить будем по полной. О, еще и курочек возьмем с собой, да? Что ты хухукаешь? Главное, чтобы не уточка. А ты не поздоровалась? Доброго ранку, мы з України. Да, в мене ще ранок. Уже добрий вечір. Ти що, ну тебе як це? Ну доброго це приємно, приємно. Тебе лиш би утро сказати. Или ти просто другу фразу не знаєш? Чисто доброго ранку? Быстро заканчивается, поэтому... Катюня, почти 3 часа уже вечір. Здрасте. Утро, здравствуйте. Ты со своим утром пока соберешься, уже весь базар закрытый. Здрасте. И что там пишут? Ой, еще не почитала. А, еще там, понятно, дома почитаете. Как без малышей? Вон есть у нас один. А, то у бабушки. Учатся. Все. Уму-разуму. Они у вас хорошие. Таких родителей дети будут хорошие. Ой, спасибо. Да будут, куда не денутся детки. Всем огромный привет. Погнали, идем же возьмем скумбрику. Спасибо. Идем. Слышь, может ты сама этот, как это, сходишь? Я же не знаю, с животными можно? Бери его на руки. Ой, ты, елки-то палки, идем.
Ого, тут карася, обалдеть! Точно. Ты что, что ты навалила? Наташа, салют! Тебя что, сюда переселили? В другой угол наказано. Не, а там, наверное, сквозит, да? Тут лучше. Хорошо. Карпа. А что тебе надо? Почем карась? 80. Отлично. Ты что? Скумбрика, ты бачишь? Давай возьмем две крупненькие, да? Да хоть там, хоть здесь. Здрасте. У вас тут, хотел сказать, бесплатно, без очереди. Да, да. А дайте нам две крупненькие. Ну, сейчас постараемся. Да, хотя они тут все, посмотри, какие здоровые. Люк, тебе нравится? А? У меня шикарные. XXL. Ну, 2XL. Да я вижу, что не маленькая, посмотри. Обалдеть. Здоровая. Сделаем ее горячего копчения. А скажите, здесь по полу собаки ходят? Конечно. Катя, ты что, прикалываешься или что, елки-палки? Она пошутила, да. Сидеть. Сидеть. Тем более он умный. Согласен, да. Катя, а я тебе не говорил сегодня, что еще мы не в зоопарке, и ты не меня снимаешь. Снимай людям цены, ты на базаре. Мне уже это, ты меня уже в Одессе держишь со своей этой ерундой. Вот салака, ты... Ага. Только что мне на весь мир снимает. Что? Крупная икряная. Вот цена рыбка, цена рыбка, цена рыбка. Икра, в конце концов. Нема цены, поинтересуйся. Мате 180. И что там, на кило 300 две штуки. Обалдеть, ты что, почти по 700 грамм. Да, и что? 244? Катюня. Сколько? Немного. Согласен. Так, Люк, постойте. Вы нам еще один засунете кулечек? Или в авоську, ну, даже если в авоську будет немного... Не, мне просто удобно носить в кармане-то. Как это? И мне нужен срочно тот дизайнер, который придумает к этой авоське колесики. Потому что в нее влазит столько. Кать, тогда и нормально, слышишь? А что она дала? В Италии. Как его? Фабрицио Рапердоли его зовут. Блин, срочно в Одессе нужен этот дизайнер, Катя. Тогда деньги. Так мы же уже рассчитались. Вот эти издача. Так она дала, ну ее в баню. Спасибо огромное. Да, деньги она мне лучше дает. Ага. Пипец. Нагибайся, благодарить тебя буду. Блин. Ой, все, спасибо, до свидания. Какой кошмар. Пошли. Какой кошмар. Что? Позорник редкостный. Кошмар это из тебя оператор, елки-палки. Девочка малосольная. Что она там снимает? Люк, пошли, ну ее в баню, валим от нее. Сегодня она не в ударе. Люк, пойдем. Давай я лучше песню спою, правильно? Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Две бутылки кефира не хватает там. Наш Константин берет гитару. Сегодня такое себе. И тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Здрасте. Но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Иди рядышком, молодец, иди рядышком, учись. Чемпион Леголь, Фуджи. Здрасте, салют. Что, как дела? Нормально. Слава богу. Ох, и морковка у тебя красивая, обалдеть. Цена упала, посмотри, 25 гривен. А я Катюша. Хочу вот пару штучек буряка. Буречка? Угу. Так вот возьми такого, а как что раз, такого? Кормового. А тебе так этот вкуснее. Я хочу я вот по-любому тебе говорю вкуснее. Вот, 25. Возьми, пожалуйста, тут вот этот. Давай, накидывай. Вот не, а давай так ты будешь кидать сюда. А? Нет, давай ты возьмешь. А что ты этот красивым маникюром еще не тыкала в буряк по-настоящему? Точнее, тыкала, а вот так, чтобы взять, это тебе да. Я ее сегодня просто очень люблю. Да я даже реагировать не буду. Всегда надо любить ее, ты поняла? А ты всегда должна мне разрешать себя любить. Когда я захотел, да, сразу говорю, оп, все, я готов. Какой, вот этот? Угу. А что ты сегодня по-большому? Ты же обычно как мама твоя любишь, еще поменьше. Возьми. Тоже большой? Штучек 5 взять? Нет, штучки 3. И маме возьми еще.
Ох, сегодня. А маме средненькие выбери, пожалуйста. А что ты так взглянул на меня? Как будто бы... Нам надо с тобой контракт заключить. Какой? Брачный? Ну, в бане нет. Правила поведения себя на базаре. А что только на базаре? Давай ты меня не будешь снимать. А будешь снимать только продукты, чтобы люди знали, где, почем. Ну, мог бы маме пару побольше положить штучек. Буряк 25, лук 25, капуста 25, морковка 25, братик, что такое? Тут что, все по 25? А, короче, одна половина по 25, другая половина по 30. Вообще не сложно, торгуй, не хочу. Вот ты себя, как это, не напрягаешь математикой. А что, ты и батареек на дольше хватит, да, в калькуляторе? А что не паришься? 2 по 30, 2 по 25. Сколько ага. мы должны? И готово. Катя, вот это перестань, мне уже от этого не смешно, елки-палки. Уже все люди на ютубе плачут, как ты мне деньги даешь. Держи, а? А что не плачут? А потому что это уже не радует. Ты же не даешь. Ты же издеваешься. Как ты бедный живешь, я вообще не знаю. Да вот я сам не знаю. Да, я тебе не дам. Спасибо. Что ты хочешь подарить? Какой, вот этот? Да, я у него сам покупаю. А, я? Ё-мы. Я рассказываю, а там очень много смеется. Люди в Одессе все так говорят. Да ты шо? Спасибо. Ой, спасибо, родненький, да ты шо? Сегодня прямо акция. А что ты разматываешь? А я хочу мадаму угостить. Возьмите, редко полезная. Да это краснокнижная, вы не понимаете, от чего отказались. Там что губы, что щеки, все будет. Все будет прекрасно. Все, мадам, будьте нам здоровенькие. Спасибо, Ладно, спасибо огромное. Полетели, елки-моталки. Прямо туда-сюда. Со стороны полюбуемся. Здрасте. Какая? Пошлите. Я думал, лама, нет, женщина, знаешь? Розовый фламинго. Идем до этого. Что, дать потрогать? Вы мне собаку, а я вашу шубу, можно? Поменяемся. Да ты что, а ну-ка. Ай-яй-яй, боже мой, я тебе говорю, какая. Ты что, чудо. Зовут Люк, да. Согласен. И шуба у вас тоже одна в Одессе. Ты не увидишь, что его хозяйка? Здорово. Что, видишь, как она? Целуется? Да. Нет, это со всеми шуба, красивыми целуется. Шуба понравилась она, да? Это со всеми красивыми целуется. Все. Как дела? Все хорошо. У тебя что-то есть там? Все есть. Да ты что? Да. Что, все, даже крылья куриные? А, у нас завтра... Как это, курочек жарить будем? Нет, так что, если что там... Если мама не против, ну не знаю, приходи. Сюда, ты что? Давай тогда мы ждем друга, знаете. Ок, завтра устроим. Что? Я переделалась. Слышишь? А? Откуда ты знал, что она хочет собачку погладить? Аж по глазам видно. И куда ты заглядываешь? Ты же мужчина. Здорово. Ты что, его ищешь? А где он? Жека, он тебя только что искал. Ходил, тебя выискивал. Да? Сидел там возле альфатора, то ли рылся, то ли прятал что-то, я не помню. Что, вы собачку залезли? Да, нет. Погонять. В аренду, понял? Сейчас, да. А сейчас же модно, понял, в Инстаграме букет цветов там в аренду пофоткаться чисто. Вот и мы. Не надо никому в Инстаграме пофоткаться. Кстати, это бизнес хороший. Что ты, еще и на курицу хватит. Так пацанам на сало будем заходить чаще. Мы ж чё к вам редко заходим, потому что нет за что. Пиши в Инстаграм. Чисто собачка в аренду, пофоткаемся, а там договоримся. Мы с тобой бартером будем работать. Идем к девочкам, хоть поздороваемся. Каким? А Марджоба скажем, каким? Грузинским. Все, давай, ридненьки. Короче, я понял, сегодня ходим не этот, а собаку людям показываем. Здравствуйте. Здрасте. День добрый. Что, говорят, что вы хотели собаку посмотреть? Да. Так мы вам ее привели. Обалдеть, ты что? А, Люк. Скажи, а Марджу? Зовут его Люк. Да, почти вот тот, короче, этот, как Бессон, да. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая. Люк. Солнце, вода, свет. Может быть, может и так. Но он же красивый, чего же не свет, чего же не солнце, да?
Та ти що? Катя хотіла його в машині оставити. Я говорю, в таку погоду нельзя, тому що вони ж... Ну да, там же Боржомі рядом не лежить у нього, поэтому надо з собою возити. Заодно і буде, заодно і этот асоціація, короче, з людьми буде поближе. Да, поближе к людям. Може балотироваться буде, щоб понимал, хто голосувати за нього буде. Все, спасибо огромное. Цілуємо, обнімаємо. Пока-пока. Соціалізація, Сережа, соціум. А как правильно сказать, одним словом? Ассоциация – это когда ты представляешь себе… Фу, ну смотри, что от кабака начал женщину. Говорить. Женщина. А так чем позже, тем дешевле, говорят. Вот вышли проверить. Согласен. Что-то вообще он там подарили, поэтому… На привозе наоборот, согласен, да. Спасибо. По-разному бывает, все-таки же на базаре, да. Люк, пошли. Смотри, вот тут курочка есть? Пойдем, хотя идем ребятам. К ребятам, я знаю. У меня вообще, знаешь, какая сегодня задача? Какая? Пройти пару-тройку мест с курицей, я знаю, и выбрать самые отборные. Подожди, а где мы видели такие огромные? Так у ребят, у наших видели. Катенька, идем. Ты помнишь? Придерживайся моего плана, и все будет хорошо. Люк, рядышком, рядом. Иди, хороший, рядом. Рядом, рядом. Здрасте. Рядом. Ага. Рядом. Возьми, не смейся, пельмени килограмм, будем его кормить. О, целоваться будете или сразу? Тихо, тихо, смотри. Это твой родственник, только уши другие. Пошли. Молодец, о. Вот это социализация, правильно я говорю? Кофе? Я у Костя приводим. Кофе выпьем? О, Саня вернулся. Слышь, полетели гуси перелетные обратно, да, уже? Ёлки-палки. В Одессу. Обалдеть. Здравствуйте. Здрасте, кто крайний? Вот, Саня, Сереженька. Коля, торгуй по полной. Вот, я считаю, что это наше блюдо. Крылышки. Нет, подожди. Вот, смотри, Катя. Крыло зерновое. Это выращенное на кукурузе. Посмотри, видишь? Угу. Все остальное, разница, это цена кукурузы. А красивые какие. Ты уже вон взял бы вон то крыло одно, и все. Индюшиное? Ну да, уже пати так пати. Да нет, сегодня по курочкам. Сейчас. Вилка и собака. Голос. Понял? А еще воспитанный какой, я тебе говорю. Все понимает. Сидеть. Проси. Саня, продай курице чуть-чуть. Скажи мне, ты мне можешь хорошо, ты можешь мне повыбирать самые отборные, самые здоровые. Килограмм куриных крыльев. Это такая же домашняя, но жесткая. Но это же мягче, да? Но это же красивее. Вам для чего? Там в барбекю будем жарить, поэтому там все будет нормально. Покрупнее? Самые крупные, да, отсюда? Конечно. Вот давай полкило таких и полкило таких. Для сравнения, да? Для сравнения, да. А что такое полкило? Кать, вот... мы там будем еще пару мест зайдем, общем, будем выбирать самые лучшие. Я больше накидаю. Конечно. Все, кидай тоже такие крупненькие. Все, нормалек. У нас же с Маратом махач будет. Какой? Два рецепта будем делать. Там я мариную, Марат маринует. Все еще? Плюс-минус это будет вот так. Великолепно, великолепно, потому что мы там еще возьмем в одном месте, а может еще в двух. Повыбираем. Итого у нас получится хороших там пару килограмм, не переживай, будет. Просто, Катенька, если ты забыла, так я тебе напомню. Санечка, все на сегодня. Покупки делаю. Здравствуйте. Вот так вот, как люди подошли сюда, в очереди постояли, да, ну что-то поснимало, побежали дальше. И так все время. Ты что-то напомнить хотел? Мы попали на остатки роскоши. Ну ничего. Давай. Мы же знали, что... 127-120. Нам хватит. Так, 120. О, без сдачи. Все, спасибо огромное. Я обычно через Колю тебе передаю привет, но теперь привет, через тебя. Он тоже поехал на смену. Давай. Молодцы. Вот так вот и живем, елки-палки. Туда-сюда, туда-сюда. Все, спасибо. Катюня, иди помоги. Давай, до скорой встречи. Катюша. Что, Сереженька? Давай, я подержу собой. Вот так вот. Моя-то хорошая, блин. Что-то и кажется, я этот. Здравствуйте. То ли весна на меня вот это вот действует. Ты думаешь? Да. Ну хорошо, пусть лучше весна на тебя действует. Я про этот.
Что, как жизнь молодая? Нормально, все, порядочек? Все, идем. Кофеек вы уже пили? О, елки-палки, здорово, я думал, ты выходной сегодня. Нет, на базе, привет. Кофе пил уже сегодня, нет? Да. Мужик, салют, привет. Здравствуйте. Катюня, как собака? Классно. Эх, ты что? Ты сразу пошел, видишь, от кого конфетами пахнет в Одессе? Катюня, иди закажи. Ага. Люк, ничего не надо, все нормально, вон мы ходим курицы покупаем ехать, да? Ну, вот такой он. Тихо. Это ж вывели первый раз его в люди, чтоб привыкал уже потихонечку. Ну, 4-4,5 там. Чтоб привыкал. Идем, сейчас мы сядем, да кофе попьем. Если что хочешь, подбегай. Так. Катюня. Все. Отдых. У нас сегодня не базар, а релакс какой-то. Тихо. Это сюда. Люк. Садись, жди. От невесты надо будет искать ему. А, другая порода? Ну, можем с ней начать, а потом дальше как... А дальше как получится? О, здоровенький былый, салют! Да, а ну стой! А я милого. Да, по собачке. Ты красава. Что, ты сделаешь им кофеечек и выходи на поговорить? Не с молоком, а ей тот, что подешевле. Эспрессо называется, лунга. Ага. Я понял. Здравствуйте. Привет, делай паузу. Спасибо огромное за кофе. Ты что, прямо посидели, я даже не знаю, как это... Что там? Минута смеха продлевает? Ребята, здесь 5 минут, лет 10 прибавилось, чистая Одесса. Все, целуем, ручки обнимаем, крепко все места. Андо догнал, слышишь, короче, всунул опять печенье. Это, говорит, маме передадите. Люк, аккуратно. Спасибо большое. Неспокойный король конфет, ты понял? А это же мои любимые. Ой, это наши с мамой любимые. Печенье хочешь? Еще печенье. Редькой могу угостить, что еще? Спасибо. Кур есть, скумбрию пожарю, потом принесу. С мясом, правильно. О. Понял? Хорошо, все. Пока. Спасибо, Володя, огромный привет. А вот тебе здесь и курочка. Здрасте. Правда говорят, что у вас куриные крылья самые красивые? Да. Правду, да. Обалдеть. Давайте килограмм. Собака. Да ты что, охотник? Да американец. Не, одессит. А где крылья ты видишь? Вот. Да вот, ты что, повылазил у тебя или что? А они просто так лежат? Не, это не американец, это Кинг Чарльз Кавалер Спаниль. Вот такой вот. Ну хорошо, откуда? Англия. Но он есть... А откуда ноги растут? Есть английский, есть американский. Это английский. Для королевы его вырастили. Да. Чтоб он ей ноги хранил. Килограмм, да. Не хранил, а грел. А, да, чтоб ноги грел. Хранил. Ну а что, как это... У меня просто американский. Ага. Но он покрупнее. Американский? Я вообще просто думал, что это... У них морды похожи такие. Ага. Не, мы там и читали историю. Отлично. Не, давай ты. Я пока историю расскажу. Что порода была утеряна, а потом какой-то там американский, как он там, альтруист? Энтузиаст? А, энтузиаст. Ой, Сережа. Решил эту породу возродить. Спасибо. И возродил. О, слава богу. Хорошая купюра попалась. Ты иди подальше. А ты видишь, что было видно? А ты цены показала? Я задачу планирую. Катя, отойди от моей сдачи. Спасибо огромное. Ёлки-палки. Это пока. Так и зарабатываем. Все. Спасибо вам спасибо. Большое. Хорошая история, я вам ее в другой раз расскажу, короче. Ты видел, какие крылья оторвал? Да. Есть еще одно место. Пошли, я в машине это оставлю. И еще в одно место зайдем. Ты уверен? Что нам надо в машину? А куда? Думал, по базару пройтись там. А ну, девочка моя, давай мне собачку. Не, подержи вот это вот. На. Зачем? Давай. Подержи вот так. Нет, собачку я. Подержи вот это вот ручками. Я не хочу. Подержи. И пойдем сейчас с тобой по базару. Пошли. Держи. Вот я тебя раз и навсегда научу, елки-палки. Ты посмотри на хозяйка голыми руками. Чужие бицепсы вот это вот. Не жалеет. Ай-яй-яй. В Одессу Костя приводил. И все бендюжники вставали.
Когда в пивную. Давай я подержу. Мне кажется, он в машине хочет остаться. Ты хочешь машину или хочешь ко мне? Он хочет машину. Что? В машину? Ну ладно, уже смотри, солнце уже ушло, поэтому сколько? Я думаю, что еще минут на 10 сейчас зайдем. Так что не успеешь соскучиться. Идем, мой хороший. Застели там. Как ему? Социализация нормально потихонечку зашла? Вот так вот пару-тройку раз по Киевскому погуляешь, и на привоз можно будет брать. Упаси Господи, ни на кого. А потом вообще будет не разлей нога. Знаешь, как с собаками вот это вот есть? Все время с тобой, все время. Вот как я с Катей, понял? Ой, не дай бог, слышишь? Иногда оставайся сам, это полезно. Давай, люблю тебя. Что, все хорошо? Он сказал, идите, не переживайте. Ой, а поводок. Может, давай я тебя выгуляю, а? Тут можно бегать от меня на 6 метров. Легко, Сережа. Только там 2,5 метра, если что. Тихо. Подожди. Как она работает? Вот, считай. Пошли. Сережа. Ко мне. Не, вот стой там, стой, я хочу посчитать. Как ты будешь раз, считать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, с половиной, поняла? На. Все. Сейчас как пристегну, мало места тебе будет. Или отстегаю этим поводком. А мне понравилось это вот. Тю, елки-палки. Да. Сереж. Что? А куда ты меня ведешь? Здрасте, здрасте. Ты пики покупаем жилье. Блин. Она как знала, сегодня не одела. А ну. Я не одела. Сейчас одену. Катюня. Выбирай любые сдачи же. Мне осталось. Я думаю, что осталось. Вот эти мне надо. А что? А тебе не хочешь? А тебе с начесом, наверное. Ё-моё. Наверное, лучше тебе, Сережка. Слышь, там если голову дырку проделать в районе того места, то что? Еще и пончо получится хорошая такая. Ну, как же. Так что тебе надо? Ночнушка, ночнушка, тельняшка, Кать. Ну я не шучу, давай, я кажется, созрел уже. Скоро, я, скоро 14 я февраля. Я вот с такими трусами, да, уже, кажется, и в ЗАГС себя готов повезти. Ёлки-палки. Ну, а я, да. Не, у меня с собой все нормально. Это она без трусов, а я в тельняшке хожу регулярно, так что. Ну что? Что? Идем, здесь курица недалеко. Спасибо. Пожалуйста. Огромная. А вот Катюша. О, смотри. Балованная, что? Молоко. Видишь, какой бидон? А деньги где? А опять ты голуби не сняла? Ёлки-палки. Это надо уметь снимать. Ой. А, смотри, ты помнишь, куда я шел? Я даже предположить не могу. Рядом с ребятами стоят ребята, у которых там тюль вот такая красивая. Думал, там курочки взять. Ну, давай хотя бы поздороваемся. Здрасте. А что ваши соседи сегодня выходные? Куриные, да. Ой-ой-ой. Ребята, поправляйтесь, ну его в баню. Они же семья, правильно? Если болеют вместе, если поправляются, то тоже вместе. Что ты хочешь? Я? Да. Холодца, наверное, обещанного. Я шучу. Ты что, дикая? Ну, дикая. Ну, такое на людях говорить. Смотри, какая... не стыдно? Что? Щучья икра большая. Вот это? Или это не щучья? Может, икра бычка? Вкусная куриная шейка. Куриная шейка? Ёшкин ты кот. Слушай, тогда у меня есть дача. Дай-ка нам половинку, а может быть целую. Почем она? 380. Ай-яй-яй, Катюша. А у них когда-то здесь был печеночный торт, есть? Торт печеночный есть? Я присяду, с вашего позволения. Ё-моё. Да ешь, ешь, Сереженька, смотри, не подавись только. Поняла, как вкусно? Что ты там прячешь? Ты просто ближе к окошечку находишься. Спроси, есть печеночный торт? Она интересуется, есть ли печеночный торт? Был? Съели. Да, есть, говорит. Так что, ей печеночный? Да, мне печеночный. Ей печеночный тортик? О, Кать, ты что, прямо вот ту все? Вот давайте вот мне вот эту штуку. Да, а мне куриную вот эту вот шейку. Завтра Марат в гости едет. Буду удивлять его. Не-не, целиком давай. Да, она такая, у нее такой аппетит, что любой позавидует.
А я Марату скажу, что я целую ночь шейку фаршировал. Вот оно девица скажет. Это любую. Это более зажаристую. Вот более зажаристую давай. Да. Ладно, чтобы денег хватило. У Марата. Я же его рассчитаю завтра. О, дядь Толя стоит, что-то там пчел зазывает. Ох, тушенка домашняя. Кажется, я сегодня голодный на базар пошел. Я ж тебя супом накормила. Что-то как-то по-другому все это смотрится. Да тот суп больше раздразнил меня. Братик, а почем тушенка такая полбаночки? 160 и 180. Ага. Это домашняя? Настоящая, да? Бесподобная. Это в Токтаве получается, угу. И свинья домашняя. Так ты шо? Эх ты. Картошечка. Базар закрывается. Сколько она должна денег? Я за тебя дам. Дай. Так, ровно на 300, ровно на 300 гривен. А? Тархун. Тархун. Та ты что, понял? Ребята, берешь шейку, тархун в подарок. Спасибо. Огромное. Мы успеем в одно место еще зайти за курицей, да? Нам хватит, там килограмм два, и еще один килограмм будет три. Три килограмма? Огромная. Курица, ты же переживала, что будет мало, и тебе не хватит. Спасибо, огромное. Спасибо все, благодарю. Большое. Давай, корешу привет. Соседи пусть поправляются. Здравствуйте, я поздороваться. Что вы там, пчел, скачиваете? Конечно. А, я думал, сами прилетают. Скоро будут. Да ты что, да? Еще немножечко уже проснуться, да? Улики опять загудят, зажужжат. Прилетают, а пчелки еще... Они же умнее, да, это муха такая, что раз-два себе и полетела. Да ты что. Мухи хитрые, 100%. Медочек. Вот и лавандовый есть для успокоения. Не, у нас есть, слава богу, я просто людям там. Это цена вот такая, да? Да. 145. Видишь, слышишь? Какой тебе посоветовали? Ты, на меня. Да ты что? А ну. Ко мне, ко мне. Может, воспитанная, может, я в том году потерял, так она меня до сих пор ищет. Что это за повидло вот такое интересное? О, так это медовая композиция, которая... Кать, ты посмотри. ...делает чудеса. Апизон. Да. Понятно? Сюда входит очень много полезных целебных веществ, дающих человеку здоровье, долголетие и, как говорится... И вот вечную молодость. И состояние души, да, чтобы именно сюда в душе блестело настроение и было тебе счастье, правильно? Ну, лавандовый мед дает вам успокоение души. Лаванда, горная лаванда. Ладно, еще и песня. Вот же, блин, мед. Это представляешь, что я себе попробовал? Ох, бы меня сейчас размотало бы прямо именно с выходом. Спасибо огромное, до свидания. До скорой встречи. Всего лишь постоял рядом с медом, и такое уже ощущение началось. Катюшка. Здравствуйте. Здравствуйте. А я думал, вы закрылись или переехали. Да, Катя, ты что? Ёшкин ты кот. Но мы же мимо не пройдем. Мы же что-то у вас таки возьмем. Ну, не хотелось бы, елки-моталки. Что-то же надо... Что у нас было мало? Чего у нас было мало? Риса, может? Риса. Килия Украина. А где? Вот он, эксклюзивный килийский, да? Все. Вот он. Два. Да килограмм давай, а? Ну бери два. Давайте два, давайте два. Ты ж по утрам кушаешь рисовую кашку. Чистое здоровье, да? Да, согласен. Видите? Ну это ж вкуснячий. Я просто... Можем на 200? Конечно, можете. Если она уже разрешила, то я уже могу тут уже соглашаться. Она же меня потом, когда мы идем в машину, ругает. Говорит, что ты понабирал, да. Так у меня фобия уже вырабатывается. Я бывает, нет, да, отказываю. Ой. Как боюсь. Ой, вы что, не видите, какой запуганный? Тихо ты. Показалось. Что-то тень уже. Побитый. Ладно, все. Спасибо огромное. У бабушки. А мы ж полбазара уже с собачонком сделали. Ну, загнали в обратную машину, потому что попросили. Видишь, тут есть свои собачонки. Сам сидит, охраняет так, что аж храпит, елки-палки. Жарко сейчас можно. Вот я вот за это. Мы вышли просто там на стоянке, было солнышко, я его взял. А сейчас уже, а летом не будет. Так я его до лета так приучу, что будет без поводка тут бегать. Да. Все, спасибо огромное, до свидания. Да. Он летом, Сереженька, будет дома отдыхать. Что тут крылья? Он летом будет дома отдыхать. Мальчик.
И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Я вот, Катюша. Как ты думаешь, что это? Здрасте. Что это? За шарики. А ты думала, что вот то? А? Вот что? Ну то, что нам на Шри-Ланке давали. А вдруг? Хотела уже тебе прикупить. Как в сказке скрипнула. А что мне, думаешь, надо уже, елки-палки? Так тебе что, на Шри-Ланке было надо разве? Ну там просто было интересно. Ну же, так же. Вот и опять здрасте, может быть. Здрасте, здрасте, здрасте. Что? Нам что-то надо здесь? Нам на пятницу, давай возьмем пару перчиков. Где вы такой перец взяли красивый? Вот такой ты вот? Ты же пиццу детям обещал, давай вот возьмем один такой. Ла-ла-ла-ла-ла. Один такой. Так ты не мне-то, ты мадам давай. Ой, что-то дайте пакетик, это? Пожалуйста. Может, ты сама возьмешь? Я люблю, когда ты помогаешь. Близкорукая вот эта вот. Ай-яй. Значит, перец она увидела и сама на него начала руками кидаться. А кулечек, да, твоя любовь к перцу, это очень известный факт во всем мире. Смотри, просто он прямо ты бесподобен, ты понимаешь? Ты положишь рядышком желтый, оранжевый. Катя, слышишь, перестань, уже я уже начинаю ревновать тебя к этому перцу. Чего? Так хватит его так хвалить, это всего лишь перец. Подожди, еще возьмем оранжевый. Ты успокойся. Катя. И желтый. А в этой пицце что, только перец будет? Ты спроси сначала, почем? Ты спроси сначала, почем перец, не помните? А то она тут набирает, как будто бы кредит в банке оформила. Что? Я тебе еще не помогу, мне сдачи надо. Ты смотри, 220 гривен. Один. На 30 гривен за песню. Ты сейчас тут офигеешь, сейчас пойдешь. Куда пойдешь? Пойдешь, не знаю, башмаки обратно в магазин понесешь. Что на тебе тут самое дорогое? О, знаешь, есть этот как я это? Я твой микрофон сдам. Что, Сереж? Как она? Возьмите, пожалуйста, и наш перец. Потрогайте. Ну-ну. Хопача. Соточка. Да ты шо? У тебя как раз осталось. Убитых енотов, давай. Долларов. Я сдачу заберу. Так, это сюда? Слышь, а что я хожу, где мои авоськи? Ай-яй-яй. Есть у тебя на перчик? О, так я могу еще 3 килограмма взять. Ё-моё. Я гуляю. А ну что-то я не знаю, там ветку помидор себе хочешь? Катюня. Ни в чем себе не отказывай. Да, спасибо огромное. Да хожу ее, балую тут перцем. Она же дома слезно просила. Говорит, возьмешь мне перец? Возьмешь мне перец? Ну, дома отказал я как это. Да Сережка, уже хватит в конце концов. Ты шо? А зря, да? Понял? Успокоилась? Да. По лужам топтаться. Как не сдастся одни ход, так на в лужу. Здрасте вам, здоровенькие были. Что, вы просто так ничего не покупаете? Погуляю. Правильно. Я тоже делаю, но иногда что-то нет. Я хочу покупаем. Маме взять вот тыквочку. Опять вы меня снимаете. Да. Вас и вашу тыкву, здравствуйте. Спасибо. Ох, вы ее наперили, начистили. Хотя, думаю, что вот это, наверное, лучшее, что может давай быть. Или это, или это, или все. Та ты шо, а вот есть чищенная, смотри. Цукерки из тыквы. Нет, вино из тыквы. Нет, а, это я яблочный. Понял. А, именно это, яблочный? Да, вот это яблочный, это бельгийский шоколад. Да ты шо, Катюша? Угу. Это дочка. Ручная работа, она у вас большая, молодец. Да. Тут я вам 7 гривен даю поход, 80 рублей. Договорились. Сиди, не дергайся для мамы, я сам организую. Сейчас. Вкуснятину. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, вы мне этот что-то полез за деньгами, опять достал. Короче, авоську. Вы вашу программу. Да-да, да-да. Звонит сосед, поехал в Америку. Да ты что? Вашу маму показали. По телевизору, ай-яй-яй. Вашу мать там и там показывают, да? Даже в Америке, короче, не спрячешься. Ёлки, перестаньте свои телевизоры, идите работайте. Что вы там делаете в этой Америке своей? Ай-яй-яй, спасибо огромное. Да нет, смотрите на здоровье. Нас очень много американцев смотрит. Прямо целая куча. Как это американцев? Одесситы просто временно поехали туда. Ну, конечно, конечно, да. Ёшкин, ты кот, блин. Сережа, мне кажется, ты очень нервный. Тебе Катя, а тебе не надо, тебе не надо, лезть и мне рассказывать, где какое. Я сам убери руки, ёшкин, ты кот. Что она такая, блин? Это вот сюда. И у меня такая есть, а что вы видели? Кто в Одессе что носит? Все, спасибо огромное. Спасибо. О, девочки, вы нам или вам? А, сами себе? Все, красавицы, давайте вам. Что вы купили или еще пока ничего? А, ищете? Да. Ну, если найдете, скажете, я тоже возьму. Ага.
Ой, кажется, нашел. Кости бесплатные. Елки-палки. Смотри, еще доплачивают 10 гривен. Здрасте. Обалдеть. Так ты шо? Смотри. Сегодня ваш прилавок, кажется, выиграл. Ё-моё. А дайте мне отборных крылышков. Кажется. Вот целый килограмм. Да, мы ходим тут по базару и устраиваем конкурс. И устраиваем. Не, хотим завтра крылья пожарить на... Вам поштучно? На гриле. Поштучно килограмм накидываете, да. И килограмм филейного фарша, пожалуйста. А это кому? Маме. А? Маме. А что ты еще хочешь маме там? Бульончик взять? Куриный? Все, Сереженька, больше ничего. А что ты такой серьезный сделался? А мне твое выражение лица не понравилось. Главное, чтобы мне твое нравилось, Сережка. Что-то у нас сегодня какое-то... атмосфера в отношениях. Разная, да? Разная, да. Такая, с перчинкой. Да. Не, это когда Венера Луне ну, повернулась одним местом. Марс, Марс, Сереженька, Марсу. Кому? Марсу. Какому Максу? Венера и Марс. А не Луне. Блин. Да, успокойся ты со своими Максами. Мне не интересно. Я у тебя нормальный парень. Так, что мы там наторговали? А, еще ж ты фарш. Хватит мне? Ровно? Тогда хватит. А я вот вообще не понимаю. Вот я прихожу на базар без денег. И ухожу потом без денег. Но деньги были. Вот это дает мне чисто помазать под носом тут вот иногда купюры. Да, непорядок. Так, денежки я вам отдал. У вас все хорошо, слава богу, печеночка. Цена держится у бабушки. Сыпа. Как обычно, да. А? Сыпа вкуснячая. Катюня? Да, Сережа. Помоги мне, пожалуйста. Ты же мне в прошлый раз не дал. Так я и не помогаю тебе. Там должно быть этот. А ну-ка, держи. Сейчас я вот это вот. Что это? Перец свой можно на курицу положить? Но если ты его не помнешь, он был такой красивый. Так все будет нормально. Да вы что, что это? Опять? Блин, какая маленькая. Это вы когда вот даете, вы нам сразу рушите, короче, все планы на ужин. Мы хотели одно, а приходим, получается, ножницами ее развернул на сковородку, сверху чуть-чуть что-нибудь подержал, и ужин готов. Картошечку что... дольками туда, и будет вкусно. Да что угодно, это же так быстро. Именно это цыпочка. Это так нежно. Это так по-настоящему, это так по-одесски, это... Ну это же курица, елки-палки. Все, спасибо огромное. Спасибо. Хотите я вас... Не надо нам ничего раздавать. Я не раздаю тархун, вы на двоих поделитесь. Все, спасибо огромное. Все, обязательно. Ты туда идешь? А надо куда? О, тут кофе люди пьют. Надо куда? Все, спасибо большое. Что надо еще? Не знаю. Думала, выйдем там и пойдем через забор. Ладно, о, давай выйдем там и пойдем через забор. Ты чувствуешь, как этим запахло? Под яном. О, я вот хочу пару хурмин взять. Видишь, я чувствовала, что нам надо сюда. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте, здоровенькие были. Привет. А дайте мне 4 красивых самых штучки. Самые красивые? А ну, эту хочешь, вот смотри, одна четверная уже готовая. Смотри. Вот. Клыки дракона, елки-палки. Не очень мягкие. Здоровая. Да. Лимоны дома есть? Ла-ла-ла-ла-ла. Я откуда знаю, я ими не пользуюсь. Ты пьешь, ты следи за этим. И дайте пару лимонов, пожалуйста. А лучше мандарины, вот их точно нет. Что, или туда еще пойдем? Слышишь, а ты видела, как работает эта штука с бананами? Лайфхак. Не знаю еще, наблюдаю. Мы вчера только замотали. Лимонов пару штучек. А вот я. Раз, два, три, четыре. Все. Шикарная пара. Ты хотел мандарины? Мандарин очень сладкий. Вот. Какой? Вот этот вот? Не очень красивый, но очень сладкий. Пробуй. Все, нет, я ж тебе верю, знаю, заворачивай. Так килограмма два, может три, сколько денег? А ты вон, мадам, отпусти с этим персиком этим, да. Потом, да. А потом нас этот, да, можно. Ну, мы ж долгоиграющие, да. Ой, я вас умоляю, что вы тут. Все. Что мне надо? Большой Одессу известный. Спасибо огромное, ну так вот, да. Приятно, что узнают, уже не спрячешься. Уже не спрячешься, да. Это есть. Подержи, это пожалуйста. Это авоська для цитрусовых? Это авоська для поменьше.
чего-то. А вот сюда можно еще и ципу тут. Или что это такое? Ципа? Отправить. Все. Порядочек. Все, до свиданчика. Вам всего самого наилучшего. А мы тут стоим и покупаем. Смотри, королевский авокадо по 80. А этот авокадо? А это что, не королевский? Это обычный. А почем же он тогда? 65. Да ты что, почти бесплатно, ты понимаешь, смотри. Ё-моё. А манго обычный, не королевский, почем? 100 гривен. Штука, да? Это 60. Не, не за штуку, за килограмм, да? Не, не за штуку. А, за штуку? Ты что, ну, а чаще на базар появляется? Они всегда вообще... поштучно. Ё-моё. Так хурму ты что, тоже это покупала поштучно? Нет, хурму не поштучно. Манго, манго, авокадо. Манго, авокадо, все этот. Он позреет, да? Катя. А. Вот взяла и нормально. Да, ты взяла хороший, правильный, вкусный. На завтра, этот. Да? Не на сегодня. Там они же говорят, на сегодня, на завтра, на послезавтра. Это про манго? Нет, про авокадо. Это про манго. Там авокадо так быстро не дозревает. 685. Подожди, и... Ага, не-не-не, все, осталось... А ты далеко полез? Спасибо. Вот это мы, блин, заехали. Катюша. Даю. Спасибо, спасибо, спасибо. А, я не успел, успел. Так, 350. Все-таки я не теряю надежду уйти отсюда с деньгами. Что, нам что-то еще надо? А? Нет, мы все взяли. Точно? Да. Из запланированного? Ну, а что ты еще хочешь? Поздороваться. Так, на завтра зелень, мандарины взяли, сельдерей, какая красота. Везде мандарины. А давай возьмем. Что? Опять вот эти же остались? Здравствуйте. Да? Они на самом деле, вы как сказали, они очень вкусные, да? Да. Да. Просто, ну дайте килограммчик. А лучше, зачем? А лучше ну полтора. Ты же взял мандарины. Я взял другого сорта. Ну не надо, придешь завтра еще возьмешь. Не слушай, деньги, у меня есть деньги. Я вам покажу сейчас деньги, Сережа, и вы ее не слушаете. Ну они портятся, ну. Есть деньги, давайте килограммчик. Да. Килограммчик. Килограммчик. Есть, о. На 100 вам зарубить. На 100. На 50 ему зарубить. Ты успокойся. Не-не, она вкусненькая, хорошенькая. Кошмар. Вот что происходит? Да еще пожалуйста давай. С вами вот это 105 вот. 5 за 100, тримайте. После третьего ребенка. О, все нормально? После третьего ребенка. Вот там уже ты поставишь на той столу. Да я у меня нормально и левая, и правая, слава богу, да. Так, я вам даю гроши. Правильно вот так да, вот? Да, да. Все, Катя. А вы не мандаринку. Катя, не будь такая жадна. А вот, я думал, люди то этот брешут. Они, оказывается, правду пишут, елки-палки. Что ты вот это? Не, она у меня хорошая, просто она не любит, когда они портятся, короче. Катя, я обещаю, что буду их есть вот днем и ночью. Мы чтоб... вот здесь уже разворачиваемся. Вот возьмем. Здрасте. Давай. Здравствуйте. Я хочу взять. Спасибо вам большое. Я хочу взять. От тебя уже люди он прячутся. Смотри, елки-палки. Главное, чтобы от тебя не прятали, Сережа. Здравствуйте. Здравствуйте. Это сладкое? Ты что, не видишь, что с Турции приехала? О! Возьми еще одну. Мне, в отличие от тебя, много не надо, Сереженька. А я в отличие... Кидай, кидай. А я в отличие... Что сказать, елки-палки? Не себе беру. А кому? Для вас. На 130 будет. Что-то сказал, ну... Рассчитывай. Сам в это не поверил. А я уже не могу, у меня уже руки. Давай. Так. Ла-ла-ла-ла-ла. Ой-ой-ой-ой. Так. Я хочу еще вот там взять пучок шпината, вот там, и может быть щавля, и вот с этим. 370, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, погнали. Спасибо, мы до свидания. Дальше. Да. Перец, перец. Вот здесь вот. Так возьми, что ты хотела, вот то и возьми. Здравствуйте. Здравствуйте. Здра-дра-дра-дра. Спасибо вам. А дайте мне два шпината. В один он, пакетик. Он идет на вес. Вот нет, это... вот мне дайте два больших. Два больших. Угу. Это ты себе или мы кого-то завели? Что? Вот даже... это на 220 у вас будет. Ух, ёба какой вы. Какой дорогой шпинат. Ну так а что, полезный. И дайте два щавля. Два
щавель. Да. Щавель, да. 50 вот такие. Сколько? По 50 вот такие. Давайте. 20. Что-то я... Не. Салатик, ничего? Не, все, спасибо. Дай бог, чтобы на это хватило. Спасибо огромное. Я просто... Спасибо огромное, спасибо. Спасибочки. Я просто сейчас стою и думаю, а за что ты вот это вот ты меня с этими мандаринами гоняешь, а сама себе вот такую дорогую зелень? Это зелень дороже зелени. А ты знаешь, что? Что? Хорошую лошадь надо хорошо кормить, Сережа. Не знал? А для чего мне эта лошадь? С таким питанием. Я и сам вроде бы неплохо ношу. Иди сюда. Смотри, где он сидит. А в прошлый раз тоже так же. За рулем, елки-палки. Сережа мне выскочил. Красавчик, как дела, все нормально? Порядок, а я не переживал. А он когда не спит, потому всегда сидит впереди. Здрасте, здрасте, здрасте. А? Он когда не спит, всегда сидит на переднем сиденье, на водительском. Мужик, потому что. Короче, друзьяки. Слышишь, я как тут этот волк. Ты, если что, это, заходи. Так что дорогу знаешь, забегайте в гости. Ага. Люк, мальчик мой, дождался. Вот теперь будем с тобой регулярно на базар ездить. Короче, друзья, все души с хорошим настроением. Для вас сбегал на базар. Маленький кавалер, да. Ты что? Всем пока-пока. Чао. Поехали. Погнали детей собирать. Опля.